До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца. Крайне важно проверить все пешеходные переходы возле школ на наличие четкой разметки, знаков пешеходного перехода и знаков «Осторожно, дети». Последние должны стоять за 100-200 метров до самого перехода. Территория обслуживания 8-го батальона находится 4 таких пешеходных перехода, 2 из которых находятся в Серпуховском районе. Один в деревне Липецы. Второй вот здесь, в деревне Васильевском. По заверениям сотрудников полиции, за последние 5 лет на этих пешеходных переходах не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием детей. Из-за серьезного транспортного потока в Васильевском установили умный светофор, чтобы перейти на другую сторону. Теперь достаточно нажать на кнопку. К слову, такими же светофорами оборудуют и несколько улиц в Серпухове. Правда, пока проект на стадии составления дорожной карты. Пешеходные переходы, в принципе, имеют удовлетворительное состояние. Есть небольшое замечание на этом пешеходном переходе, на подходах к нему знаки «Внимание, дети» выполнены не на желтом фоне. Вот. В соответствии с изменениями, как я уже сказал, государственные стандарты, на желтом фоне должны быть не только знаки «Пешеходный переход», но и «Внимание, дети» на подходах к нему. В Липецком поселении, говорят, устанавливать такой же светофор пока не нужно. Машин здесь ездит не так много, а с регулированием движения прекрасно справляется специальная светоотражающая краска. Эта проверка пока лишь первая. На очереди проверить еще более сотни объектов. Дорожным же службам настало время позаботиться, чтобы пешеходы были в безопасности. Андрей Иванов, Владислав Кулемякин, ОТВ, Серпухов.